Добрый вечер, друзья! Меня зовут Микс Хок, вы на канале Континент. Это наш традиционный уже теперь инфовыпуск. Я расскажу вам о некоторых новостях сегодняшнего дня. Сегодня у нас вторник, 2 апреля. Поскольку апрель уже вошел в силу и уже второе число, дурацких шуток не будет. Будут исключительно... Ну, в общем, увидите сами. Итак, некоторые события сегодняшнего дня, о которых хотелось бы рассказать. Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов проголосует за восстановление правил сетевой нейтральности и введет новый нормативный надзор за широкополосным интернетом, который был отменен при президенте Дональде Трампе. Об этом заявил председатель агентства. Сегодня FCC сообщила адвокатам о намерении проголосовать по окончательному правилу на своем заседании 25 апреля. В октябре комиссия проголосовала со счетом 3-2 по предложению восстановить правила открытого интернета, принятые в 2015 году, и восстановить полномочия комиссии в отношении широкополосного интернета. Сетевой нейтралитет, как они это называют, это принцип, согласно которому интернет-провайдеры должны предоставлять доступ ко всему контенту и приложениям, независимо от источника, не отдавая предпочтения определенным продуктам или веб-сайтам и не блокируя их. Председатель FCC Джессика Розенворсел подтвердила запланированное голосование комиссии в интервью компании Reuters. «Пандемия ясно показала, — говорит она, — что широкополосная связь и является важнейшей услугой, что каждый из нас, независимо от того, кто мы и где живем, нуждается в ней, чтобы иметь шанс на успех в эпоху цифровых технологий». Конец цитаты. «Важнейшие услуги требуют надзора, и в данном случае мы просто возвращаем в действие правила, которые уже были одобрены судом и которые гарантируют быстрый, открытый и справедливый широкополосный доступ», – также сказала она. Что же стоит за всем этим, за всеми этими красивыми словами о свободном доступе к интернету? Восстановление этих правил было приоритетом для бывшего вице-президента Джо Байдена, который в июле 2021 года подписал указ, призывающий FCC восстановить правила сетевого нейтралитета, принятые при его непосредственном начальнике Бараке Обаме. Демократы ничего не могли с этим поделать почти 3 года, потому что до октября они не контролировали большинство в FCC, состоящем из 5 членов. При Трампе эта организация утверждала, что правила сетевого нейтралитета были ненужными, блокировали, как это принято говорить, инновации и привели к снижению инвестиций в сеть со стороны интернет-провайдеров, что оспаривалось с демократами. Что же на самом деле происходит в этой ситуации? Дело в том, что эти правила, так называемые правила, равные правила в сети, помогали китайским компаниям, таким как Huawei и другим, которые были заблокированы при президенте Трампе, заходить на американский рынок и фактически бесконтрольно контролировать сетевые потоки, заниматься шпионской деятельностью, заниматься интернет-пиратством и многими другими вещами. Именно на защиту от подобных компаний, приходящих из Китая и из ряда других стран, против промышленного интернет-шпионажа выступала, собственно, администрация президента Трампа. Но теперь демократы снова набрали силу в этой комиссии, и теперь правила будут отыграны в обратном направлении. Поэтому почему я об этом говорю, почему я начал рассказывать об этом именно так, как это подают наши оппоненты? Именно для того, чтобы вам было понятно, что далеко не всегда, когда люди говорят о свободе, они имеют в виду именно свободу. Далеко не всегда, когда люди говорят о равноправном доступе, речь идет именно о равноправном доступе. Те самые люди, которые ратуют за возвращение на американский рынок шпионских китайских компаний, в то же самое время никак не воспрепятствовали фактически цензурному уничтожению сети Parler, нападкам на твиты Дональда Трампа и фактически на блокировку его во всех соцсетях и так далее, и так далее. Многие другие вещи. Это важно понимать. Не всегда все так, как выглядит.
Ну и к другим новостям. Консервативный союзник Дональда Трампа подал во вторник жалобу на федерального судью США, который в телевизионном интервью раскритиковал словесные нападки президента Трампа на нью-йоркского судью, курирующего предстоящий уголовный процесс Трампа. Майк Дэвис, основатель консервативной юридической группы The Article 3 Project, выразил опасение, что критика окружного судьи Реджи Уолтона в адрес Трампа в эфире CNN на прошлой неделе может повлиять на состав присяжных по четырем уголовным делам нынешнего кандидата в президенты от республиканской партии в Нью-Йорке, Вашингтоне, Флориде и Джорджии. Судья Уолтон не должен был присутствовать на заседании, и мы со всем уважением призываем вас расследовать и установить это нарушение этических норм, добавил он. Уолтон, с которым пытались связаться журналисты, от комментариев сегодня отказался. Уолтон – это старший федеральный судья из Вашингтона в округе Колумбия, и он был назначен бывшим когда-то президентом-республиканцем Джорджем Бушем-младшим. Когда он 28 марта в интервью CNN комментировал высказывание президента Трампа, он отметил, что комментарии Трампа приводят в замешательство. Он также сказал, что особенно проблематично то, что Трамп нацелился на дочь Мерчина, судьи Хуана Мерчина, и сказал, что он обеспокоен возросшим числом угроз, с которыми судьи сталкиваются в последние годы. Соответственно, Трамп в социальных сетях устно атаковал Мерчина и его дочь, в результате чего судья Нью-Йорка в понедельник приказал ему прекратить нападки на членов семей тех, кто участвует в судебном процессе. Уолтон отметил, что сам получал многочисленные угрозы после того, как руководил делами, связанными с нападением сторонников Трампа на Капитолий, как они это называют, 6 января 2021 года. Уолтон не председательствует в уголовном деле против Трампа в Вашингтоне за его попытки отменить якобы результаты выборов 2020 года, то есть за то, что он просил, собственно, провести честный пересчет голосов. Федеральный судья не имеет права появляться в программе национального телевидения, которую смотрят потенциальные присяжные заседатели, и критиковать обвиняемого по уголовному делу за законное осуществление своего конституционного права критиковать продолжающееся уголовное разбирательство. Об этом написал Дэвис в жалобе, которую он направил в судебный совет округа Колумбия. Судья Уолтон не должен был присутствовать на заседании. Мы со всем уважением призываем вас расследовать и устранить это нарушение этических норм. Действительно, в данном случае, поскольку судья Уолтон не является участником этого процесса, он не имеет права по этическим нормам юридическим, он не имеет права комментировать чужие дела, а это, собственно, знает любой, не только юрист, но даже люди такие, как я, которые хотя бы немножко просто интересуются этими вещами. Вот, собственно, с такими приключениями мы и сталкиваемся сейчас. Ну, собственно, не вызывает, к сожалению, никакого удивления то, что мы наблюдаем подобные нападки на президента Трампа и, собственно, на его право высказывать свое мнение. Совершенно неважно, нравится нам это мнение или нет, он имеет право и защищаться от несправедливых уголовных преследований и комментировать действия своих преследователей так, как он считает нужным. Сегодня российским вечером, когда в Соединенных Штатах был еще день, в Санкт-Петербурге был задержан участник оппозиционного форума «Свободной России» публицист Александр Скобов. Его обвиняют в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили оппозиционеры Владимир Волохонский и Алексей Лушников. Не указано, каковы основания для этих обвинений. В марте Министерство юстиции включило Скобова в реестр так называемых иноагентов, иностранных агентов. В интервью для издание «Окна» 31 марта 66-летний Скобов заявил о необходимости поддержки российских добровольческих батальонов, сражающихся на стороне Украины.
Власти России объявили «Свободу России» и «Русский добровольческий корпус» террористическими группировками. Скобов отметил, что он выступает против замораживания конфликта в Украине и призывает к победе Украины, освобождению захваченных территорий, возвращении границ 1991 года и возмещению ущерба за агрессию и судебному преследованию военно-политического руководства России. У Скобова изъяли телефон и компьютер. Также он остался без лекарств от диабета. Об этом сообщило издание «Ротонда». Сообщается, что он откажется от адвоката. Об этом сообщил Владимир Влахонский. Александр Скобов известен как один из еще советских диссидентов. Он начал свою политическую деятельность в 19 лет и был последний раз, вернее, в первый раз, простите, арестован еще в возрасте 21 года, но отбывал тюремное заключение как политзаключенный, несколько раз привлекался к принудительному лечению как последовательный критик советской власти. Мы с Сашей Скобовым регулярно спорили, поскольку он считает себя и называет себя убежденным марксистом. Мы, естественно, не могли найти общий язык в этом вопросе. Тем не менее, я безмерно уважаю Александра Скобова, и несмотря на то, что мы на разных полюсах политического, скажем так, спектра, тем не менее, это тот противник, которого невозможно не уважать. Он принципиальный, честный человек, и он всегда отстаивал свои взгляды, свою позицию, невзирая на то, какие последствия могут быть, учитывая очень плохое здоровье Скобова. Мы все опасаемся, что это его заключение может, он может его просто не пережить. Поэтому, если кто-то из вас молится, то помолитесь за здоровье и силы для Александра Скобова. Это действительно человек достойный. Вернемся в Соединенные Штаты. Комментируя недавнее выступление Роберта Кеннеди-младшего на CNN и ссылаясь на уголовные процессы, возбужденные против президента Трампа, социолог Джим Маклафлин в интервью Newsmax заявил, что Джо Байден представляет собой самую большую угрозу американской демократии. Отвечая в понедельник на вопрос CNN о том, кто представляет наибольшую угрозу для американской демократии в 2024 году, Кеннеди сослался на судебный процесс, в котором он был истцом, в котором администрация Байдена обвинялась в сговоре с компаниями социальных сетей с целью цензуры информации. В связи с этим Макфарлин в интервью в программе шоу Криса Сальеда призвал задуматься о том, что произошло. Некто по фамилии Кеннеди, сын Роберта Кеннеди, обвиняет демократов в том, что они представляют угрозу демократии. Вот насколько безумны демократы Байдена. Они подвергают цензуре своих оппонентов и используют правительство для цензуры своих оппонентов, сказал Маклафлин. Но самое худшее в этом то, что они делают. Они пытаются исключить президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня. Подумайте об этом сейчас. К счастью, Верховный суд единогласно вмешался в это дело. Это диктатура стран третьего мира. И теперь они используют свою тактику ведения войны и полицейского государства, чтобы попытаться посадить Дональда Трампа в тюрьму, потому что знают, что не смогут победить его в реальной конкурентной политической борьбе. Также сказал он. Ну что ж, в принципе, для нас ничего нового, но хорошо, когда это озвучивается еще раз, и есть надежда, что, возможно, кто-нибудь все-таки что-нибудь, до кого-нибудь что-нибудь дойдет, до кого не дошло до сих пор. Хотя на это, конечно, надежда очень маленькая. Ну и последняя новость, которая пришла у нас буквально перед тем, как этот номер уже, этот выпуск уже сверстался, когда уже были подобраны новости. Я не буду подробно на этом останавливаться, однако Джо Байден сегодня выступил с резкой критикой Израиля. Это связано с гибелью нескольких работников гуманитарной миссии в Израиле. И, естественно, пропаганда Хамас обвиняет в этом вооруженные силы Израиля.
Дело, в общем-то, даже не в том, друзья, чьи конкретно ракеты, снаряды или пули попали в конкретных людей. Дело в том, что это то же самое. Мы подходим к той же ситуации, с какой мы сталкивались на востоке Украины. Совершенно неважно, чей снаряд попал в дом, важно, кто развязал этот конфликт в принципе. Важно не то, чьи руки нажимали на спусковой курок, важно то, кто является виновником и организатором всего конфликта. Да, погибают мирные люди, да, погибают участники гуманитарных миссий, но у этого всего есть один виновник – это Хамас, ну и, конечно же, те, кто его поддерживает финансово, в том числе Иран и Российская Федерация. Других виновников здесь нет. Армия обороны Израиля защищает свою страну, делает это совершенно правильно и делает это со значительно меньшим количеством жертв, чем делали бы это те же самые вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, в чем мы могли неоднократно убедиться. Подобная позиция администрации, нынешней администрации Белого дома, антисемитская, антиизраильская позиция, она не вызывает у нас сегодня никакого удивления. Тем не менее, лишний раз не стоит забывать о том, с кем мы имеем дело. Главное, не забывать об этом в ноябре 2024 года, когда вы пойдете на свои избирательные участки. С вами был Микс Хок, и это инфовыпуск на «Континенте». Мы увидимся с вами через неделю, ну, не считая других программ «Континента», где я также принимаю участие. Всем пока!